зачем громко-то, а? Мама, ты меня там рука! Так, сейчас будет распаковка. Но не вело товара. Распаковка солнышкиного подарка на юбилей, на выход на пенсию. Короче, все вместе. Значит, это видео, конечно, увидите именно в день вручения, потому что, ну, сами понимаете, да, сюрприз. Солнышко об этом не знает. Вот. Ну, будем распаковывать. Кстати, посылку доставил курьер, который смотрит меня на YouTube. Ну, может, это подписчик. Тебе привет. Если меня смотришь еще раз, можешь в комментариях писаться. Тише. Давай-ка, дуй отсюда потихонечку. Такой вот солнышкий подарочек. Так, хотел вскрыть. Пленочки. Его вскрыть-то аккуратно, блин. Будем выезжать, что ли, вот так? Это что? Там бумага какая-то, короче. Скорее всего, там бумажка и ключик. Скрыть там. Да. Кнопочка ключик. Чехольчика никакого нету, но чехол уже едет, он уже едет давненько, все как не может приехать с Алиэкспресс именно розового ярного цвета. Так. Ну, он такой, да, чуть легче моего, получается, телефона. Но размер экрана такой же. Как будет у солнышки нормально, хоть большая лопатка, она там не видит ни хрена в нем. Так, аккуратненько это снимаем пока, потом обратно наденем. Вот такой телефончик. Да, конечно, стекло немножко другое. Не как у меня. У меня оно такое немножко голубовато, но здесь горило глаз, а здесь как бы нету их. Я так понял. Что терять? Ну это ладно. Так, там солнышко не зайдет случайно. Вот. Кнопочки. Здесь камера. Модель ZB 553.
КЛ. То есть по характеристикам сами можете прочитать, что там такое. Ну, я не знаю, что это за кнопка. Может быть, это сенсор, отпечатка пальцев. Не знаю. Посмотрим, аккумулятор у него 3000. Так, ну а здесь, наверное, всякая хрень типа наушники. Да, зарядочка асусовская белая. Кабель здесь, наверное, наушники. В этом месте. Нет. Наушников нет. Без наушников. Только кабель зарядки. Все. Это в моем были наушники. Здесь нет. Вот и все. В принципе. Вот такой вот телефон. Ну, причем буду включать. И попробую включить, может получится. Да, повернут Asus. Zenfone. Вспышка у него передняя 53%. Welcome English. В общем, сейчас буду его включать. Это уже неинтересно на видео. Такой подарочек. В общем, я тут искал флешечку, но я ее нашел. Что-то меня так осенило, что в этом ящике, в этот ящик кидал. Я ее нашел. Это значит, что еще сэкономлено 1000 рублей. Флешечка. Для солнечного телефона, о котором она еще не знает. Он тут лежит тихонечко в ящичке. Не лазит тут, не шарится, поэтому в безопасности лежит. Сейчас она пока ушла договариваться с вспышкой на банкет. Я тут сейчас, я уже Инстаграм ей поставил сюда. И флешечку сейчас загоню, чтобы все фотографии, что она там делает, видео снимает, гематика. Этот сохраняюсь на флешку, тут мало, тут 16 всего гигов. Говорится, чтобы запас был. Так, и тут надо вам выдернуть эту. Здесь, по-моему, была ее на эта штучка. Да, вот она. Ключик. Салазки. Так, нас интересует симка 2. Блин,
Что-то не врубаюсь. Ну что? Глюки, что ли? Охренеть. Тут что получается, можно и две наносимки, и плюс еще флешку дополнительно загнать. А у меня на телефоне только либо две симки, либо одна флешка. Здесь смотри-ка, у меня есть. Охренеть. Можно. Смотрю, что написано. Так, Hover Screen. Hover Screen. Сим 1, сим 2. Без зрения уже. Все. Сейчас я тут... Как она ставится-то? Вот так, что ли? Как она ставится-то, блин? Где-то тут. Вот так, что ли? Вот так. Вот она ставится вот так. Получается, да? Две наносимки и флешка. Охренеть. У Солочки более продвинутый телефон получается, чем у меня. Так, что-то я тут перекупал немножко делать. Как правильно ставить? Ходит. Ходит. Все, вставил. Проверим быстренько. Да, включается он, конечно, немножко подольше. Так, пин-код. Грузится, да, он подольше, чем мой. Мой быстрее включается. Ну, там сколько? 3 или 4 гига оперативки. Здесь 2. Вот так. Что-то тут значок флешки, видимо, видит. Так, заходим в настройки. Смотрим. Хранилище. И что мы видим? CD-карта. CD-карта. Это что на ней есть? CD-карточка это использована 442 мегабайта из 31. На что это использовано? Проба чего-то. Но это не суть важно. Важно, что теперь у меня есть. Все. Сейчас я здесь перенаправлю эти. Ну, чтобы, короче, все туда. Фотоаппарат, все туда скидывалось. Вот так вот. Распакуем комплект к этому подарочку. Ну, это понятно, что только было. Так. Телефон.
чехольчик. Главное, чтобы цвет совпал, иначе все на смарку. Главное, чтобы совпал цвет. Цвет нам нужен розовый. Цвет кошелька и вообще Солнышкин любимый цвет. Ну, чтобы он подошел. Да, розовый. Отлично. Розовый. Не совсем розовый, сиреневый. А по-моему на сайте розовый был. Охренеть. Важно, чтобы он подошел. И вот к этому телефону. Так, написано Zenfone Live ZD553KL. ZB553KL, а здесь ZD. Охренеть можно. Не тот получается. Или может опечатка. Так, здесь магнит, это хорошо, что магнит. Здесь под карточки, тут даже можно денежку какую-то положить. Сам корпус, он как он приклеен здесь или как хрен знает. Кнопочки. Здесь совпадает, здесь тоже должен совпадать. Сейчас посмотрим. Тут вошел, здесь. Ну, не входит, блядь, не входит. Вошел. Все, отлично, вошел. Так, здесь у нас кнопочки тут. Камера здесь. Зарядка, все отлично. Здесь немножко криво. А нет, просто не вошел нормально. Все, полностью вошел. Здесь все отлично. Пробуем включить его здесь. Да, кнопочка работает. Загружается он, да, дольше, чем мой. Два раза получается. Мой быстро загружается. И дольше. Готов к использованию.
Он, естественно, он не гаснет чехлом. Так, ищите громкости. Работает. Качельки работают. Выключение экрана есть. Через отпечаток срабатывает. А вот выключить его как? То есть тупо кнопкой. Так, закроем его, просто посмотрю. Немножко здесь вот кривовато получается. Немножко вот эта сторона длиннее. Здесь он не совпадает. Должно быть вот так. Здесь он получается какой зазор в этом месте. Немножко недоработанный, но говорится, ладно. 200 рублей. Такой. Так магнит не работает. Только вот так. Экран погашен. Единственное, что как разговаривать с ним по телефону, блин. Допустим, звонок прошел, только так. Заворачивать и разговаривать. Потом обратно. Так, конечно, разговаривать это капец. Столько так. В эту сторону. Здесь все карточки будут видны. Короче, не знаю. Будет понравится ножке, понравится. Нет, значит, без него будет. Сюда он уже, наверное, не войдет. Да, уже не входит все. Будем так дарить, без коробок, без этих. Чисто так. Этот крузак постоянно с прицепом ходит. Часто его вижу. Что он там возит? Наверное, снегоходы какие-нибудь. Так. Как это некуда? Ну, здравствуй. Такое было. Ну, такое было. Я прекрасно его помню. Я помню, что я ответил. И через сколько ты приехал? Пока некуда забрать. Слушайте, ну это хоть не мужской разговор, забирай ее. А мне некуда забрать. Женя, тебе до сих пор не откуда забрать. Ты же не видишь, кто приезжает в жениху. В квартире Фамилия. Вы же проживаете в квартире Фамилия. Тебе сейчас некуда забрать ее. Как в квартире Фамилия? Вы живете сейчас в квартире Фамилия бывшего? Да, две квартиры, да. Дети живут. Ну это квартира Фамилия, там живут, да. Вот там. Нет, давайте, коллеги, не будем так говорить, что это квартира Фамилия. Это квартира, квартира детей. А детей и Фамилия. Вот дети, там и эти квартиры. Если детей и Фамилия. Вернется к своим детям, то это будет его квартира. У нее
Другое жилье. Дело в том, что у нас было две квартиры. Я уже в этом она говорила, да. Решила поменять квартиру на дом в отцах. Нашла дом рядом с домом Евгения. Так, Евгений? Ну, получается. Получается так. Добавляет к этой квартире материнский капитал. Добавляет второй материнский капитал, оригинальный. И покупает дом. Ну что в этом плохом? Да все нормально. Дайте договорить, это не конец истории, дайте договорить. Просто-напросто. Деревню надо работать. Они все лето прожили. Осенью наступили морозы. Отопление заморозили. Скважину загубили. Дом стоит. Стоит до сих пор. Ответственностью потенциального папы нет. Дом стоит до сих пор, да? Я подумала, что у тебя с собой? А где ответственность? Дом остался стоять, а вы в результате отдали вторую, то есть свою четырехкомнатную квартиру. И решили на съемное жилье. То есть, если суммировать, то получилось, что там есть четырехкомнатные квартиры. Это полбокс, а то это четырехкомнатную загубили. Ну, правда? Правда, разговоры о квартирах начинаются, когда заканчивается любовь. А в какой момент это произошло? В какой момент мы поняли, что у вас все рушится? Так а что, они ничего не поступили, что ли? Когда я с ней поговорил. А Солнышко? Давайте это. Будем жить или нет? Она сказала, будем. Вот написано, а потом, что просто-напросто. Списано 800 рублей. Ты опять с ним? Да, она просто-напросто засыпала с телефона. Баланс 143. Это столько минут проговорила, что ли? Мы поняли, что у нее появился... Вот, смотри, смс-ка. Только в этом дело. Да нет, просто... Вот, смотри. Это что? Это же не мой телефон. А мой где? Вот он, твой телефон. Тише, ты не мой телефон. Мой где? Ой. Вот. Нет, где мой телефон? Так вот же белый телефон твой, ты чё? Это, я же вижу, что это не мой телефон. Где мой телефон? Я тебя убью сейчас. Ты чё, фашист, а? Ты чё, мне поменял телефон, что ли? Нафига? Мне мой нравился. Как с ним обращаться опять, учиться? Где мой? А где мой? Вот он. Нет, мой где? Да вот он. Это не он. Этот большой какой-то. А мой где? Вот он. Нет, а где мой маленький? Так вот он. Да не он же, я же вижу, совсем другая загрузка идет. Что это такое? Пин-код. Какой? Ну, какой, наверное. А зачем пин-код? Ну, потому что вот так сейчас будет. Ну ты, блин, даешь, а? Я уже к тому привыкла, как поэтому и разговаривать опять, куку прижила, опять так, что ли? Вот так, что ли, загибай? Неудобно. Ну, красиво, конечно. Серёж, ну ты чё, а? Где мой телефончик? О, маленький аккуратный телефончик, где? Вот он. Это не он. А где все мои фотки? А где все мои настройки? А где этот... WhatsApp, этот... Да, WhatsApp где?
Ну, потому что новый телефон. Ну чё, ты верни мне мой! Что ты, блин, успела? Он мне больше нравится, он такой аккуратный, маленький. Ой, тут... Это коробочка. А телефончик мой где? Пойдем. Где вы? Как я буду по нему разговаривать? Я уже к нему привыкла. Он тяжелый такой. Мой телефон. У тебя нормальный телефон. Zenfone 4. Да, Сереж, я все понимаю, но я у меня третий, у тебя четвертый. Я же тебе говорила, мне не надо. Ты все равно, зачем? А что он не работает опять? Ну, будем настраивать, твои отпечатки пальцев будем сюда вставлять. То есть вот сюда будешь нажимать пальцем. Вот видишь, я нажимаю пальцем своим. Вот. Он не реагирует. Все, включается. Такой здоровый вообще. И сам телефон тоже розовый. С той стороны. Это надо отсюда вытаскивать из этого корпуса, да. Делать нечего, а? Он, сколько он стоит? Ну сколько стоит, что? Какая разница теперь уже? Да блин, нафига ты деньги тратишь? Да он куплен, знаешь, когда был? Помнишь, масло я ходил менять, ну, доливать масло. Ой, сказал, что? Взял канистру, пошел туда на стоянку масло доливать. Ты еще звонила мне, че уперся? Это я к курьеру ходил, который телефон доставлял. Ну а как тебе еще было сделать так, чтобы это? А сегодня с Китая пришел чехол. Забрал. Ну, Сережечка! Он пустой? В нем нет симки. Ну, конечно, откуда там симка? Надо твою симку переставлять. А, моя симка там? Но там у тебя уже 32 гига флешку я поставил. Короче, теперь вся информация туда. Можешь фотографировать, снимать видео, там памяти дохренища. Да. И видео снимает в HD разрешение. Ну, это вообще. И то, и то. Посмотри, какой у меня был аккуратный маленький телефончик. А теперь у тебя розовенький. И ты можешь в этот телефон положить карточки, какую-то маленькую денежку. Ну, да. И все, и идти в магазин. Вот разговаривать по нему неудобно. Переворачивай. Я вот тоже как бы в этом думал, но что делать? Вот переворачиваешь вот так, да, и говоришь. Все. А он не будет так вот закрываться, как тот мой закрывался? Чуть щекой прикоснулся, и все, и он закрылся. Как он закрылся? Ну, свернулся. Так нет, у всех телефонов так. Как только ты убрал от уха, он уже это снова будет загориться. Там сенсоры стоят. Так вот это вот и проблема в этих телефонах. Почему? Вообще мне этот не нравится. Нет, ты убрала его и все, он тут же загорелся сразу же. Вот смотри, на моем телефоне. Да, ну получается я с мамкой. Вот по этому телефону я с мамкой его вот, видишь, так телефон? Разговаривать. Видишь, горит, прислоняю. Погас. Не погас. Ну когда звонишь, он это гаснет сразу же. Но звук-то пропадает? Нет. Нет? Чего он должен пропадать? Ну вот у мамы, вот этот телефон, тот мой первый, там его прислонил вот так к уху, он взял и отключился. Вот теперь у нас та копилочка с телефонами будет парная. Не дам свой телефон! Не дам и все! Ну все, он уже устарел, в нем памяти нет, ничего ты фотографировать не можешь. Ну и что, мне нравится! А здесь у тебя все. Даже у тебя здесь есть Инстаграм уже твой, на тебя зарегистрирован. Он не включается. Так он не включится, потому что отпечатки пальцев надо. А что, только твои воспринимает? Пока да. А почему? Ну, чё, ну это два часа будем сейчас включать его.
выключать. Ты что, зарядился? А? Что? Зарядился кто? А, телефон? Да. Я боюсь его даже трогать, свой телефон. Чего? Сейчас надо же в него все перегонять. Симку. А посмотри, только контакты у тебя. У тебя контакты на симке же? Вот это я не знаю. Mm-hmm. Вот ты сейчас мне умно перегоняешь. Да ничего, берем. Вот разберись сначала. Он не заряжается. Не заряжается? Нет. Почему? Не знаю. 49%. Ты не вставил, что ли? И здесь он не входит. Конечно, ты его не вставила. Ты чуть-чуть его тыкнула и все, наш до конца. Потому что я боюсь. Ну. 49%, в принципе, мне хватит. А нефиг было мне его покупать тогда. Че? Не выговаривай мне. Мне мой нравился. Нормальный телефончик. Маленький, аккуратный. Отвали. Убери эту камеру. На глазах-то радость есть. Убери камеру. На глазах-то радость есть. В глазах-то радость есть. Видишь, у него этот, когда заряжается, он красный огонек. Я же не знала об этом. Слушай, еще раз меня покажешь, я тебя прибью. Чем показать? Все, не трогай меня. Нормально, сейчас мы будем перегонять. Спасибо. Время 8 часов. Солнышко рагу готовит. Какой рагу, блин, это борщ твой сраный. Борщевой рагу, вот столько насыпано, естественно, какая может быть там вода. Но и не надо эту воду, вот я последние остатки с таким удовольствием ел. Остатки всегда сладкого. Вот так наливается вода в борщ. Как в деревне свиньям траву нарубишь и так же водой заливаешь потом. Слушай, ты говнюк, ты понял? Свиням. Она вообще не влияет в квартиру. Она, честно говоря, ее всегда не добивает. Пипец опять будет. Она же поднимется потом, да? Ну а что делать-то? Каждый раз одно и то же. Это игрушки Павлика? Я уже, честно говоря, надоело мне даже готовить. А ты что за то, ты не понимаешь? Надо быть олигархами и... звонить, заказывать еду с ресторана. Нет, не домработница. Это тоже опасно, домработницу иметь. Ну, здесь такую пенсионерку какую-нибудь. Хорошо, видно, я затянулся. Мокрой тряпкой, грязной, полысью. Немного не так, как рассказывал тебе. Потому что мысли выбиваю дурные. Ну, пусть она тебе сама расскажет. Ну, вам обои нужно, друзья. А мне, правда, смешно.